Здравствуйте, дамы и господа, и сегодня у нас блистательная игра в режиме 3 на 3. Очень прикольная карта, она называется «Побережье Шакур». И у нас две команды, первый клан, они начинают на восточной части, и вот снизу на востоке это Гомункул, он играет за темных Эльдар, он строит себе зал крови и генератор, и уже бежит измученным рабом куда-то в другое место, возможно, здесь он будет потом застраивать, поэтому сразу подводит, ну и заодно, чтобы смотреть, никто ли не прыгнет к нему сюда. Правильно, что дальше у нас? Второй темный эльдар Дэнни Дэн 23. Он строит тоже зал крови, но также он строит и темную мастерскую. То есть два производящих здания он себе сразу строит. У него один отряд Мандрагор есть, второй отряд заказывается. Рабочим он построил также и генератор, все норм. И третий их напарник — это Бес. Он играет за имперскую гвардию. И посмотрите, он, кстати, котик прикольный такой. Я помню, ну погоди, был такой котик, помните? Вот он, собственно, строит себе генераторы, он застраивает наблюдательные посты, заказывает героя. Их противники — это дружинник. Ничего себе, кто против них играет. Дружинник. Он строит себе 1, 2, 3, 4, 5, 6 генераторов. Это будет прирост плюс 70, стало быть. Но это на самом деле очень сильно. И обратите внимание, он не тратит свое время ни на что другое, только чисто все на ресурсы. И если в один на один, когда дружинник играет, он захватывает очень много точек почти сразу, то тут обратите внимание, у него с точками наверняка проблем не будет. Его напарник — это Благо, очень сильный игрок. Я сам неоднократно против него играл. Довольно-таки тяжело играть против Благо, потому что он, ну как вам сказать, ну он очень профессиональный, он очень опытный. У него экзоскелеты здесь, второй экзоскелет, третий экзоскелет. Соответственно, вот три экзоскелета, и все они где-то, посмотрите, они не стоят на месте, они постоянно пытаются где-то что-то ходят, где-то что-то пытаются, блин, урвать, и все правильно делают, то есть распространяют, ну, высшее благо, я бы даже так сказал, поэтому, наверное, у него и ник Благо. Их третий напарник — это Дантист, и обратите внимание, в этом матче он играет за сестер битвы, он уже себе прокачивает, почти докачал собор Экклезиархии, он почти уже вышел в Т2, у него по ресурсам в принципе все нормально, мне правда интересно, что он будет делать, неужели он будет играть через технику, а может быть он будет играть через, да, он заказал селестианок уже первых. Он сейчас достроит себе точки разные, и будет у него неплохой прирост, у него будет примерно 60, нет, а может быть даже 70, да, 68, почти 70 получилось. Так что все хорошо, в принципе, у него. Давайте посмотрим, что делает у нас Гомункул. Ну, кто бы мог подумать, конечно же, заказывает Гомункула, тут есть отряд воинов. У них очень большой урон издалека, но, блин, дальность атаки небольшая, к сожалению. Да и на ходу у них меткости немного. Архон тут бегает туда-сюда. По-моему, лаборатория Гомункула, вот она и есть. Генератор, ну, молодец. Надо теперь качать ищущие души патроны, либо что-то на дальний бой, наверное. Потому что это, ну, неплохо себя показывает, на самом деле, в любой игре. Да, он прокачивает ищущие души патроны. Именно так он и сделал. Подходит здесь своими, у него есть еще и мандрагоры, но пока что ничего не делает, да, пока что ничего он не делает, вот, отряд воинов зареинфорсил, кстати, неплохо, будет потом воевать, наверное. Второй Дарк, он на топе невидимыми мандрагорами. Посмотрите, у них клинки горят, значит, он яд прокачал. И он что делает? Он подкачивает одно, второе, другое. И самое главное, что мы можем фиксировать, он играет без героя. Он в своей темной мастерской. А где у него темная мастерская? Что-то я не вижу. А, вот у него зал крови. Но, соответственно, где-то даже должно быть здание, производящее байки. Правильно? Раз у него байк есть. Я что-то потерял немножко, видать. Лаборатория Гомункула есть, зал крови есть, а темная мастерская, что-то я не вижу. Ну ладно. Будем считать то, что я... Будем считать то, что он уничтожил эту темную мастерскую и вернул ресурсы себе. Такое, в принципе, может быть. Вообще запросто. Джетбайк Ривер один стоит, и он даже, кстати, не стреляет. Ну ладно. Так, и у нас Бес что делает? Только-только начинает выходить в Т2.
У него тут есть отряд, у него есть тут второй отряд, у него есть герой. Не так уж и много, но вот у сестры есть уже три отряда Селест. Это очень сильно, это очень сильно. Броня у них жесткая. Они себя чувствуют максимально хорошо. Реген у них тоже идет хороший. Вообще. Вот против Селест я даже не знаю, что они будут делать, но все-таки имперский гвардеец опытный игрок, и он качает себе смерть лучше позора и разные другие прокачки на имперскую гвардию. Он, скорее всего, будет играть через гвардию. Да, мы видим, он уже выдает гранатометы себе. Благо, тем временем декапит. Вот молодец какой, а? Вот реально знает, что делать. У Некрона ресурсы 100, сейчас будет 110, обалдеть, что делает этот игрок? У него есть только один отряд воинов Некрона, второй заказывается, и есть герой. Я так понимаю, он сейчас себе накопит столько ресурсов, то что будет очень быстро выходить Т3, Т4, улучшенная система пробуждения. Хотя, может быть, он в технику сыграет, сейчас посмотрим. Благо, соответственно, тут бегает, прыгает, вот это вот опытный игрок, он просто своими невидимыми чуваками берет и максимальный импакт вводит тем, что там, везде атакует, декапит, атакует, декапит. Шпионский экзоскелет 15-15, по сути, он ими и играет. У него больше ничего особо нет, ну так, заказывает героя, но посмотрите, армейки именно лоб в лоб он не делает, он играет чисто на вот таких штуках. Отряд следопытов тут также он держит для того, чтобы, скорее всего, если что, защищать термогенератор Некрона. Дантист, вот это тот, кто является торпедой. У него много армии, у него много вооружения. Он подходит и начинает демонтажом заниматься. Он всеми стреляет. Очень большой урон по зданиям, очень большая живучесть у юнитов. Да, единственное, конечно, то, что по ним начинают вот этими гранатометами стрелять. Гранатометы — это противная вещь. Но он подходит и начинает... Опачки, как хорошо кинул Solar Pulse. И он просто начинает уничтожать всякие здания. Вот это вот реально тактика жесткого игрока за сестер битвы. Он делает абсолютно все, что надо делать. Посмотрите, по нему стреляют. Как же долго живет Селестианка. Тут тоже он стреляет по кому? По самому коцанному? Да нет, вроде нет. Он стреляет вот по вот этой. Посмотрите, как долго его бьет эта вышка. Вообще нереально уничтожить. Нереально вот так задефаться просто. Подходит, начинает стрелять. Посмотрите, он сюда двоих, да, по-моему, посадил? А нет, троих посадил. Видите, отсюда уже стреляет и просто выстрелы. Да, ничего не сделаешь. Давай-ка глянем все-таки. Да, да, тут было два. Раз, два, а нет, хотя вместе с техножрецом было три. Итак, что делает у нас Темный Эльдар? У него есть один отряд воинов, второй отряд воинов. Да, два отряда воинов и герой. И наверху у него мандрагорчики. Пойдет? Пойдет, в принципе. Ой, гомункула потерял. Вот это обидно. Но два отряда воинов, наверное, так-то никого не замочат. Хоть у них и есть сибариты. Но на самом деле нет. Я думаю, что это все-таки Т1, Т1,5 армия. Надо бы как-то ведьмочек каких-нибудь сделать. Или что-то такое. Но он качает только сейчас выход в Т2. Еще не скоро. Второй темный эльдар, который Дэнни Дэн. Что у него есть? Невидимые мандрагоры. У него есть отряд короносцев. У него есть отряд мандрагор. У него есть гомункул. Ну, честно говоря, как-то не густо. Как-то не густо. И ищущие души патроны. Ну, то есть это Т1,5. Какой-то этот Т1,5 игра. Но, извините, это не то немножко. Это не то, что мы хотим видеть. И имперский гвардеец, он пытается как-то задефаться от всяких невидимых чувачков, которые с одной стороны, с другой стороны, это нехорошо. Кстати, использована была способность на уменьшение морали по всей карте темных эльдар. Прикольно. Есть БМП Химера, ее, кстати, нужно вот сюда, наверное, прямо подводить. Опачки, прыгнула, начинает крутить точку. Посмотрите, просто прыгнула и начинает крутить точку. И ведь скрутит. И ведь скрутит он ее. Да, он просто взял, скрутил и улетел. Обалдеть. И три юнита даже убежало. То есть одного он только потерял. Обалдеть. Насколько же это неприятно. Насколько же это неприятно. Некрон 150. 1150 энергии. Можно поделиться с кем угодно. Всего лишь один отрядик. Героем делает какой-то экшен. Ну, я думаю, он... Да, он делает живой монолит. Он прямо по фасту играет. Тут таушник, он что делает? Он продолжает мешать туда-сюда. Блин, это реально очень прикольно. Таушник мешает, делает еще одних следопытов. До этого у него были следопыты. Вот они, вот они.
Ну и в принципе играет так, то, что у него энергии много. Пишет: самый плохой старт моей жизни — Темный Эльдар. Я согласен, я согласен. И Торпеда, он же Дантист, осталось у него только один отряд — Селест, больше у него ничего нет. Но зато приросты неплохие, в принципе. Заказывает еще один отряд, заказывает Исповедника. Ну и в принципе все нормально. Кстати, тут забыли взять, такое ощущение. Да и эти тоже не особо там что-то... А нет, это вот он таушник захватил. Таушник, который слева, захватил вот эту штучку, которая справа. Прикольно. Итак, опять делает гомункула, но что-то темные эльдары поплыли. Тут вроде как целых три отряда воинов, но если честно, они, ну, но они не такие уж и дамажники. Ну давайте посмотрим, они подходят, начинают стрелять. Так, ну давайте, остановитесь и начните стрелять. Нет, они все расстреливают в шифтере или лорда Некронов. А он еще и регенит, посмотри. И вокруг него такая, видите, тучка. Обалдеть, ну он просто постоит, зарегенится. Посмотрите, вокруг него молния. Обалдеть. Все уничтожены, пришел живой монолит. Плюс герой, и все тут раскидалось. Все, было три отряда, остался один, да, получается? Прикольно. Ну и гомункул тут что-то стоит. Ну гомункул невидимых видит, да. Просто снаряд пишет. Дэнни Дэн, который стартанул плохо, строит арену. Какой-то ресурс себе потихонечку добывает. Но если честно, прямо не очень сильно вообще у него это получается. Ух ты, прикольно двигалась сейчас артиллерийская установка. Василиск, честно говоря, тоже как-то себя неуверенно, наверное, некомфортно чувствует. Имперец, да, у него есть, но, по-моему, нету глобальной закачки. Ему-то здание уничтожили вот это на глобальную закачку, и он не успел ее прокачать. Видимо, поэтому у него только три и больше недоступно. Была бы прокачка на глобальное, ну, тяжелое вооружение, у него бы очень неплохо-то стреляли гвардейцы на самом деле. А так он просто пытается, наверное, откидываться. Большой уничтожитель в размере двух штук тут есть. Вот что у Некрона, приросты какие-то бешеные, у него есть 1, 2, 3 единицы техники, 4 единицы техники, прошу прощения, заказывает 5-го большого уничтожителя, а вот большой уничтожитель, он уже тут все выносит, посмотрите, они подходят, они стреляют, они наносят нормальный урон, в принципе, всем, вот. Их много, у них много здоровья, 3000, но это реально очень сильная... Очень сильный юнит. Короносцы пытаются их продамажить, но, честно говоря, я не вижу, чтобы короносцы как-то били кого-то без вот этих вот темных копий. Либо без прокачанного сибарита. По сути, так и есть. И посмотрите, они стоят, стреляют, стреляют, стреляют. Ну и где? Вот у одного появилось копье, да, и он потихонечку начал урон наносить. Но, честно говоря, тут такие слезы, такой маленький урон. Это вообще что-то с чем-то. А вот живой монолит, он на самом деле импакта дает какое-то огромное количество. Тут уже барракуда заказано. Короче, все он заказал, все, что надо, он заказал. И, в принципе, так и нужно. Ну все, победа получается, победа. Есть еще и отверженные, вообще круто. Ну что мне нравится? Я скажу честно, мне вот нравится то, что он все-таки техники сделал. И на самом деле выглядит так красиво техника, вот этот вот красавчик. Посмотрите, какой робот. Да, выглядит довольно-таки красиво. На заднем фоне, кстати, красиво тоже выглядит все. Да, робот молодец, роботы хорошие вообще у, соответственно, Некронов. Вот этот тоже молодец. Давайте-ка я вот на вот этого посмотрим. Да, выглядит он неплохо, даже я бы сказал, очень неплохо. Вот он. Он. Пушка, кстати, красивая у него. Мне прям нравится. Да, Некрон реально тут всех размотал. Ресурсы. Первое место — дружинник. Ну там вы видели, плюс 195. На втором месте — таушник, потому что все захватил. На третьем месте — торпеда, который играл на сестрах битвы. Большое всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!